Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Мы продолжаем исследовать Священное Писание, используя один из методов толкования Библии – аналитический. И помогает нам в этом священнослужитель Игорь Михайлович Мартынов. Игорь Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте напомним нашим телезрителям, в чем суть этого метода. Мы читаем отрывок Священного Писания, далее составляем план. Когда мы составляем план, можно наблюдать за текстом и сразу же выписывать главные слова. Сколько раз повторяются какие слова, повторы. Под отрывком Священного Писания мы подразумеваем главу. Ну, обычно глава, если смысловое значение, смысл заканчивается там, где это обозначено в нашем переводе, тогда это глава. Далее. Мы выписываем главные слова, затем используем эти главные слова и выписываем главные мысли. Затем находим, что объединяет все главные мысли и какая идея. И находим одну главную мысль всей главы. После чего можем посмотреть, как соотносится одна часть этого текста с другой частью. Это соотношение. Ну и, конечно же, в конце даем название главе. Соотношение между разными частями одной главы обязательно присутствует. Желательно. Потому что это очень хорошо оттеняет, что здесь важно, какая главная идея была, какой смысл исчезает, если убрать вот эту часть или эту часть, чтобы подчеркнуть значение. Итак, сегодня мы изучаем 7 главу Евангелия от Иоанна. Да. Будем читать. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру“. Ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезанье, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев,
На меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен, пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: куда он хочет идти, что так мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значат сии слова, которые он сказал: будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти? В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнает, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Очень интересная глава. События, которые здесь развиваются, это праздник. Праздник палаток, праздник кущей. И, конечно же, для того, чтобы правильно понимать, что здесь происходит, нужно знать, из чего состоит этот праздник. То есть нужно знать историю праздника. Да. Евангелие от Иоанна желательно не просто читать текст, но использовать исторические комментарии. Это нам очень-очень поможет. Давайте составим план этой главы. О празднике кущей поговорим потом, да? Вы расскажете происхождение праздника. План главы. В начале этой главы говорится о том, что братья Иисуса Христа побуждают его идти на праздник кущей и явить там себя миру. Прославить себя. Да, прославить себя, раз он такие дела творит, да? И он отвергает это предложение. То есть Иисус отвергает предложение братьев. Да. Но я предложил бы все-таки первую часть называть по-другому. Потому что вы говорите не с первого стиха, вы говорите с третьего стиха. А первый и второй стих, они очень важны. То, что приближался праздник. Праздник приближался, но перед этим написано следующее. «И Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудею не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». Ходящий Иисус. Это для нас будет очень важно. И эта идея будет продолжаться далее в середине главы.
Поэтому первая часть я бы назвал так: Иисус ходил. Дальше братья приглашают Иисуса на праздник. Да. Вторая часть. А, это уже вторая часть. Да, вторая часть. Это с третьего текста. Понятно. Да. Дальше третья часть. Иисус все-таки приходит на праздник и учит в храме. Да, и все восхищаются, да, что он говорит не как учителя иудейские. Так. Иисус учит в храме, да? Да. Записываем. Иисус учит в храме. Дальше речь идет о том, что его ищут убить, схватить. Попытки схватить Иисуса Христа. Так. Это следующая часть. Можно так, да, назвать? Да, замечательно. Происходит распря о нем в народе. Иисус призывает пить живую воду. Он говорит о Духе Святом. Давайте еще посмотрим. Или немножечко. Это может относиться к этой же части? Нет, давайте выделим следующее. Когда Иисус говорит, он говорит о Моисее. Моисей дал вам обрезание. Да? То есть раньше. В субботу вы обрезываетесь раньше. Да, я предлагаю вернуться, да, к 21 стиху. Итак, Иисус говорит о том, что Моисея, они хотели соблюдать, да, закон. Да. Дальше. Народ спрашивает, не подлинно он ли Христос. И стоит вопрос, откуда он? Откуда Иисус? Так? Угу. Дальше. Ну, Иисус отвечает, откуда он возгласил, и знаете, откуда я, да? После этого его хотели убить, 30 стих, и многие из народа уверовали и хотели его схватить, первосвященники, 32 стих. Вот, значит, я бы выделил так. После разговора с Моисеем стоит вопрос, откуда Иисус, дальше его хотят убить. И после этого следующую часть я бы так назвал направление Иисуса. Будете искать меня и не найдете. Где буду я, туда вы не можете прийти. То есть Иисус куда-то собирается. То есть показано направление, но куда он идет, не показано. Так? И после того, как эту часть я бы назвал «Иисус собирается идти», после этого праздник, великий день праздника. То есть непосредственно событие на празднике кущей. 37 текст, да. С 37 стиха по 38, 39 стих, да. И дальше народ говорит об Иисусе, кто он? Пророк одни говорят, Христос другие говорят. То есть распря об Иисусе. Да, да, разделение людей. Одни его признают, а другие его хотят опять-таки убить, да. 43 стих, как вы сказали, распря. Так? Дальше. А дальше опять его хотят убить, и разговор идет. Здесь в разговоре участвуют Никодим, фарисеи и Иисус. Да? Служители возвратились к первосвященникам, фарисеям, и сказали им, для чего вы не привели его. Итак, обсуждение что личности, миссии, личности, да? Иисуса. Да. Его. Итак, обсуждение. Ну, наверное, суд над Иисусом, да? Ну, уже как бы не народ о нем говорит, а фарисеи. В общем-то, фарисеи, книжники, да, люди, ученые, духовная элита, они уже рассуждают о Христе. Да. Смотрите, когда мы составляем план, нам становится легче потом оперировать частями плана. Это первый простой этап запоминания. И это первый этап наблюдения, который поможет нам дальше. Слова, которые здесь повторяются в этой главе. Ну вот в начале главы, наверное, даже в первой ее половине, часто очень употребляется слово «праздник». Да, сколько примерно раз? «Праздник». Я почитал, что 6 раз. Да, да, вот во втором тексте, в 8 тексте, 11-м. Нет, так, в 8, 14. А вот такое слово, как ходить, приходить,
Вы не заметили? Нет, я не заметила. Иисус не пошел на праздник, потом пошел. Да, а прежде чем он пошел, он ходил по Галилее. Да, ну раз у нас вот первая часть, она названа «Ходящий Иисус», да? Да. Иисус ходил, смотрите как, ходил по Галилее, потом не хотел ходить по Иудее, да? Вот. Потом его приглашают, пойди в Иудею. Так. Дальше, он пришел на праздник неявно, да? Еще... Христос же, когда придет, никто не будет знать. «Пойду к пославшему меня», 33 стих. «И где буду я, туда вы не можете прийти». Это седьмой раз используется слово «прийти». Да? Так. 36 стих. «И не найдете, где буду я, туда вы не можете прийти». Но еще есть слово «ходить» или «приходить», уже оно не относится к Иисусу. Но 50 стих тоже повторяет слово «Никодим, приходивший к нему ночью». Угу. Да, но мы знаем, Никодим, он придет к Иисусу у креста. И далее 52 стих, что из Галилеи не приходит пророк. Угу. Ну и в конце все разошлись по домам. Понятно. Порядка 10 раз используется слово «ходил». Вот первый стих, он как бы не такой значительный, но идея, которая заложена в этом стихе, она распространяется на всю главу. Поэтому нам надо наблюдать за словами, выделять. И для меня это было тоже удивлением, что слово «ходил» и «приходил» является важным. А что это значит? Ну, как вам сказать? Мы ожидаем пришествия Христа. Да. То есть, когда Иисус ходит, он не просто ходит, это его мессианское хождение. Он ходит с определенной миссией. Он не просто приходит на праздник, он приходит с миссией на праздник. Он встает и очень громко возгласил, он буквально прокричал, когда стояла полная тишина. Он встал и громко возгласил. Это очень важное заявление, которое не прошло мимо внимания всего народа. Да? То есть вот этого миссии. Он ходил с миссией. Он не пошел, потому что было не время. А когда он пошел, когда было время? Смотрите, мы второе ключевое слово, еще одно ключевое взяли. Время. Оно используется три раза. Да? А когда время Иисуса было? Обычно задается всегда такой вопрос. Вот Иисус сказал, что не пойду. И пошел. Да, что, почему он так сказал? Обманул или не обманул? И, конечно, надо посмотреть слово, которое здесь используется, время. Мы знаем, когда у Иисуса время, когда его час. Ну, в общем-то, Иисус же здесь, по-моему, не говорит «я не приду», «вы идите, а я не приду». Он просто говорит фразу «мое время еще не настало, а для вас всегда время». А, нет. Простите, в восьмом тексте он явно говорит, вы пойдите на праздник сей, а я еще не приду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. А да? Когда его время наступает? Когда час его наступает? Здесь имеется в виду час его казни? Конечно. Да. Это время, когда ему быть на кресте. Угу. Да? Поэтому... А какая же связь вот с данным событием? Для того, чтобы миссия, которая есть у Иисуса, ее воплотить в полной мере, это было не самое удобное время, чтобы прийти. То есть он приходит на праздник, когда этот праздник, он состоит из нескольких праздников, не есть начало этого праздника, это праздник палаток, в середине праздника, когда приходит Иисус, это праздник воды. И когда праздник воды, и Иисус встает и говорит, придите ко мне, пейте от меня. Да, о живой воде. О живой воде. Поэтому Иисус приходит на праздник воды. Он тот, кто давал воду этому народу из скалы. Да? Вот этот, он тот, кто заботился об этом народе. И этот праздник, он напоминание о том, что Бог заботился о них в пустыне. Да? Угу. Поэтому ходил – это вот такое мессианское значение, да, очень важное. Хорошо, итак, мы разобрали, что есть время, когда Иисусу нужно пойти, и когда ему еще рано идти. Потому что когда Иисус идет, это означает, он идет на смерть. Да? Хорошо. Еще слова. Здесь используются много раз некоторые
Искать 12 раз используется. Искали его 12 раз. Время используется 4 раза. Вот. И несколько раз используются слова «откуда пришел» и «куда идет». «Откуда» и «куда». «Откуда» и «куда» сами по себе эти слова, они как бы ничего не означают, кроме того, что задают направление. Какое направление задается здесь? Они опять же связаны со словом «ходить», «приходить», «уходить» и связаны с Иисусом. Да. Да. А какие направления здесь есть? Направления. В Еленское рассеяние? Есть, да, 35-й текст. А вы туда не можете прийти? Куда не можете прийти? К язычникам. Почему не можете? Вот. А потом, а что сделать, чтобы нам туда же прийти? Что поможет нам туда же прийти? Куда он пошел? То есть вот это вот направление, оно очень важно. Но люди говорят об этом, не зная, что Иисус Христос имеет в виду. Он же имеет в виду не территорию, так ведь? Он имеет в виду, что он идет выполнять свою миссию. Он идет на казнь. Он все идет к этому, к жертве. Он идет к Отцу. Да, да. В итоге. Да. А это не территория земли, это не Иудея, не Самария, не Еленская Россия и так далее. Угу. Хорошо. Давайте теперь посмотрим рассуждение, которое здесь есть. И я бы еще пригласил понаблюдать за вот зачем. Как меняется оценка народа и людей, которые рядом с Иисусом, как они его оценивают в начале и в конце. Потому что эта оценка, она постепенно меняется. Да? Так, в 12 стихе говорится, что он добр. Да? Далее, в 26 стихе задается вопрос, подлинно он Христос. Так? Дальше. Народ говорит, но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Так. Многие из народа уверовали. 31 стих. Так. И 40 стих. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, он точно пророк. А другие говорили, это Христос. Да. Да? Вот оценка, которую дает народ Иисусу, она постепенно возрастает, возрастает и возрастает. Да, сначала просто говорят, что он добр, да? Угу. Другие говорят, нет, он обольщает народ. Затем появляется мысль, что он все-таки Христос, может быть. Потом люди говорят, что он точно пророк. Затем опять подчеркивается мысль о Христе. То есть все идет к тому, что он Христос. Больше, что, чем да, пророк. Что значит Христос? Царь. Ну, помазанник, помазанник. Его определенная миссия. Да. Хорошо. Теперь другая категория людей. Какая у них оценка? То есть противоположная, да? Да. Ну вот здесь, например, говорят в 12 тексте. Он обольщает народ. Так. 19. За что ищете убить меня? Иисус говорит, вы меня хотите убить. А они говорят, нет, нет, нет. Небес ли в тебе? 20 стих. Да, да. Кто ищет тебя убить? Они скрывают это желание, да? Вот, а обвинить в том, что его хотят убить, это очень серьезно, да? Да. Вот. Да. И опять 25 стих, не тот ли это, которого ищет убить? То есть вот, да, может быть, но скрывали свое желание. Теперь опять показывают, что, наверное, его хотят все-таки убить, да? Так. И дальше. Они собираются для того, чтобы судить его, и все-таки для того, чтобы его убить, да? И когда они дают ему оценку, они дают ему оценку какую? Когда уже разговаривают с Никодимом. В конце, да. Что из Галилеи пророк не приходит.
Да. И 49 стих. «Но этот народ, да, невежда, в законе проклят он». Но это оценка народа. Оценка народа, а ведь народ начинает признавать Иисуса Христом, помазанником. «Но этот народ невежда». То есть Иисуса, да, приравнивают к народу, который жил в селениях, не знал хорошо закон, не знал хорошо Писание. И, наверное, был невеждой, да, в законе. И поэтому к таким людям из селений относились пренебрежительно. Да. Им нельзя было доверять попечительство над другими людьми. Да. С ними желательно не стоило вместе кушать. Вот. Им нельзя было доверять деньги. И желательно даже вообще в гости не заходить. То есть вот этот человек, которому высказывалось определенное пренебрежение. Вот кто он. Да? И то нет есть... доверия, естественно, словам этого народа. Когда, да, они говорят, это Христос, чему тут верить? Это не так. Оценка другой половины собеседников в этой главе, она постепенно ухудшается до того, кто невежда. И он уж точно не пророк. Да. Невежда в законе. Здесь интересные слова, страшные. Проклят он. То есть народ этот проклят. Даже вот до этого доходит. Да, что этот народ уж точно не знает, не слышит. Не знает, кто такой этот человек на самом деле. Да. Хорошо, мы посмотрели, как развивается. Люди делятся на две категории, и каждая категория все больше и больше поляризуется в своей оценке, больше и больше придают Иисусу значение одни, и меньше придают значение другие, и в результате либо ты становишься другом Иисусу Христу, да, как Никодим, который описан в конце главы, да, он начинает заступаться за Иисуса, либо ты становишься его противником. То есть в этой главе показано, вот этой середины нет. Да. Люди переходят либо туда, либо сюда. Так. Хорошо. Что можно, какие идеи в этой главе выделить? Итак, первая часть. Иисус ходил, Иисус куда-то направлялся, и Он пришел на праздник с определенной миссией. Так, это первая идея, я ее продолжил вместе с серединой. Следующая идея. Братья Его приглашают пойти на праздник, Он не идет. Почему? Они пригласили Его, чтобы Он себя показал и прославил. Но Иисус дальше, в следующей беседе с народом, говорит, что прославление идет в том случае, если... Тот прославляется, кто хочет творить волю Его. Да? Говорящий сам от себя ищет славы себе, кто ищет славы пославшему Ему, тот истинен, и нет неправды в нем. То есть Иисус не ищет славы себе. И далее, когда Он говорит про Моисея, иудеи, конечно же, опирались на учение, которое у них было от Моисея, и они не хотели принимать новое учение, которое нес с собой Иисус. Да, оно было как бы в контрасте, и они не хотели оставлять старого учения, и его придерживались. Да? Но Иисус говорит, вы и это учение, которое у вас есть, вы и его нарушаете. Да? И не судите по наружности, но судите судом праведным. То есть суд, который у них был, он был, конечно же, неправедным. И эта идея, что суд этот неправедный, она в конце главы, когда Никодим говорит, а стоит ли нам так разбирать дело? Может быть, нам сначала выслушать его? И не узнает, что он делает, это в 51 стихе. Судит ли закон наш человека, если прежде? То есть Никодим говорит, что суд, который мы сейчас делаем, вообще-то так делать не нужно. Да. Он неправильный. Ну и ко всему прочему, этот суд тут уже был, скорее всего, ночью. Да? Хорошо. Еще какие мысли дальше? После того, как Иисус говорит о Моисее, дальше... Стоит вопрос, откуда Иисус? И Иисус сам говорит, вы знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя. И знай, истинен пославший меня, которого вы не знаете. И он послал меня. То есть Иисус говорит, откуда он пришел, и свой статус он оценивает не как пророка, не как доброго,
которого, как его оценили люди в самом начале, да, но он говорит, я пришел от Отца, то есть я посланник, да. Дальше, следующая идея, которая есть. Иисус разговаривает с фарисеями и говорит, будете искать меня, но я уйду. А куда уйду, вы не найдете. А они начинают думать, куда же оно уйдет. Какая идея здесь заложена? И Иисус устремляется к своему Отцу. Оттуда, откуда он пришел, он туда устремляется. Да? Интересно, наверное, еще то, что люди его не понимают. Он как будто на другом языке говорит. Он говорит об одном, а люди думают совсем другое. Вот думают, что он, наверное, в эллинской России не хочет идти. А на самом деле он вообще о других категориях говорит. Ну, да. И вы туда не можете прийти. Конечно, здесь духовный смысл, не прямой смысл, да. Чтобы куда-то уйти, как ходить по земле, там, из Галилеи в Иудею, да? Вот. Но разговор с этими людьми образованными всегда носил... характер такой духовный, и они во многих буквальных вещах видели образы, которые говорят о духовном. Они хорошо знали Писание. Угу. Этих людей, таких было где-то 70 человек, это братство фарисеев, это определенные люди, которые знали очень хорошо Писание. Поэтому они понимали, что надо смотреть во многих местах и искать духовный смысл. Угу. Да? Но они не хотели, скорее всего, этого видеть. Поэтому и приписывали ему буквальные действия, куда он пойдет. Да. И дальше. «В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил». Иисус на празднике, когда народ молчал, и когда должны были петь слова из книги Исаии, что в радости будем пить от источника вод, в это время встает Иисус и очень громко заявляет самую главную весть, которая есть в этой главе. Прежде действия во время праздника были такими. Священник, служитель брал два сосуда, набирал воду, и во второй сосуд наливал вино, виноградный сок, и одновременно выливал в две чаши, которые стояли недалеко от жертвенника. Вода стекала из двух чаш назад к источнику, и одновременно из этих чаш вытекала вода и вытекала кровь, вино. Да? После этого священники обходили вокруг жертвенника 7 раз в память о падении Иерихонских стен. И трубили трубы. И когда все умолкли, они должны были петь из книги Исаии. Иисус встает и очень громко провозглашает весть. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть народ, который ждал, что появится Мессия, видел сейчас, что перед ними стоит тот самый, который давал им воду в пустыне. И вот он, именно он сейчас здесь. И он говорит, придите ко мне и пейте. Весь праздник кущей указывал на Иисуса Христа. Да? Все их мысли были направлены, что придет тот, кто даст им воды. Да? И, конечно же, вода символизирует собой жизнь. Это жизнь, которую они имели. После того, жизнь... давала вода, потому что обеспечивала урожай. И праздник кущей праздновали тогда, когда собирают уже весь урожай. Да? И молились о той воде, которая будет дальше для следующего урожая. И вот Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть тот, кто придет к Иисусу, станет сам источником для других людей. Твое изменение будет равносильно тому, как ты камень или скала, а станешь источником воды живой. Вот это преобразование, которое дает Дух Святой, настолько разительное, что ты станешь другой личностью и станешь источником, станешь фонтанировать. Тебя трудно будет удержать, чтобы ты не рассказал ту спасительную, живительную весть, которую сам получил. Да?
Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, и это относится к людям, которые уверуют в Христа. Проблема же, которая была на этом празднике, часть людей уверовала, часть людей не уверовала. И начальники, и фарисеи не уверовали. Сие сказал он о духе, да? Многие из народа, услышав сии слова, говорили, он точно пророк. А другие говорили, Христос. Вот признание его, вера или невера. Вот. И далее идет суд над Иисусом. Скажите, что будет, если мы убираем одну часть из этой главы? Например, мы убираем там, где Иисус возгласил, «Придите ко мне и пейте». Ну, это своего рода, наверное, центр главы, вот именно смысловой. Потому что Иисус сам говорит о себе, что Он и есть источник живой воды. Тогда что остается? Вот этих слов нет? Просто споры об Иисусе, попытки Его схватить. В общем-то, непонятно, кто такой Иисус-то есть на самом деле. Тогда остается та идея, которая оставляет фарисеи народу. Спасаться законом, не по благодати, да? А по закону. Угу. Теперь, если мы убираем вот эту часть, где Иисус говорит, я направляюсь туда, куда вы не можете сейчас прийти. Но Иисус приглашает нас испить воды живой от Него, для того, чтобы мы были вместе с Ним. Что не видно, если убрать эту часть, где Иисус говорит, вот мое направление. Ну, непонятна миссия Христа, непонятна и цель Его пришествия на землю, цель Его деятельности. Тогда остается другое направление, то, которое предлагают фарисеи. Ну, то есть опять то же самое. Если направление Иисуса в небо, то есть в место, где обитает Бог, то направление фарисеев, конечно же, к этой земле. То есть здесь борются две точки зрения. То, что предлагает Христос, то, что предлагают фарисеи. Да. Итак, в этой главе есть два времени. Когда Иисус идет и когда не идет. И для нас с вами есть два времени. Когда Бог с нами работает, и когда, возможно, Он уже перестанет с нами работать. И когда весть благая перестанет нас так касаться и делать с нами какое-то преобразование, да, из людей неживых в живых. Да. Есть два времени. Есть две категории людей, которые уверовали и не уверовали. Да. Есть два направления в небо к Отцу Небесному, и то направление, которое остается у людей земных или у фарисеев, да, и есть два спасения. Спасение, которое предлагает фарисеи по закону, и спасение, которое предлагает Иисус по благодати. Дух Святой изливается. Вопрос. На кого изольется Дух Святой в обильной мере? Изливается Дух Святой как источник. Для тех людей, кто имеет оценку Иисуса Христа максимальную, для кого Иисус становится все более дорогим, более важным, более значимым, тот исполнится Духа Святого. Ну а если Иисус – личность незначительная, тот человек Духа Святого в обильной мере не получит. Ну и давайте дадим название этой главе. Вот такое, например, Иисус – источник Святого Духа. То есть мы можем дать именно такое название, хотя, в общем-то, о Духе Святом здесь всего в паре текстов говорится. Но это ключевая мысль, одна из ключевых. Да. Ну, можно дать и второе название. Направление людей, которые получают Духа Святого. Понятно. Игорь Михайлович, я благодарю вас за эту беседу. Мы продолжим исследовать Евангелие от Иоанна в наших следующих программах. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь.
– это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу».